Пятый класс, седьмая серия. По условию задачи известны элементы множества А, множества Б и множества С. Нужно найти пересечение А и Б, пересечение А и С. Давайте покажем элементы всех вот этих трех множеств на одной диаграмме. Прежде чем мы начнем построение, давайте внимательно посмотрим, какие числа являются элементами каждого из этих множеств. Множество А и Б имеют общие элементы 2 и 4. Причем множество Б является подмножеством А. Значит, нужно нарисовать круг в круге. Б подмножество. 2 и 4 принадлежит множеству Б и принадлежит множеству А. Только множеству А принадлежат числа 1 и 3, а множество С не пересекается ни с множеством А, ни с множеством Б. Это отдельный круг и элементы множества С 5 и 6. Пересечение двух множеств А и Б. Если одно из множеств является подмножеством, то пересечением будет как раз само множество Б. Общие элементы 2 и 4. Пересечение множества А и Б 2, 4. Множество А и С не пересекаются, значит, их пересечением является пустое множество. Множество А и С не пересекаются, их пересечение пустое множество. Так, вот ответы.